Вот, да, вот. Ну и вот, в оцепление же мы все ходили, я помню, 1 мая, значит, стоял 4 часа под дождем, промокло все, шинель промокла насквозь, промок парадный китель с погонами, промокла рубашка, промокла майка, то есть, и все это при температуре около 0 градусов. Грязные льдины плывут по реке, мерзнет прохожий с листочком в руке. Дождик холодный, уныло, не скоро, на лужах выводит кривые узоры, и темные тучи, как мрачные мысли, над городом тяжко и низко повисли, свет и тепло к нам не пуская, в праздник весны 1 мая. Вот, вернулись все, сняли с себя эти шинели, они там месяц сохли, потом погоды стали вот такие, в общем, все было, ну, как примерно, в общем, нормально.